Я прирастаю к подушке, сегодня мне точно лучше здесь. Давай отменим все планы на вечер, и завтра я тоже сольюсь со всех встреч. Я бы просто поехал на реку, хочешь, я куплю тебе велосипед. Пообещай, что уедем, и спрячешь меня от всех. Надеюсь, пару дней меня вообще никто не будет набирать. И кругом пустота, я никого не хочу знать. Все. Надеюсь, пару дней меня вообще никто не будет набирать. Или писать, теперь у меня телефон. Оставьте меня. Все. Я хочу спать. Все. Оставьте меня. Все. Я игнорирую ваш дедлайн. Это не мой, если честно. Но я же этого хотел, чтобы в моем графике было побольше дел. В моей гримерке много бесполезных тел, только вот я что-то сильно похудел. Папа говорит, сын, береги себя. Я говорю, спасибо, игнорируя. Бабушка говорит, что так нельзя, но откуда она знает, как мне лучше? А я стараюсь привыкать, и честно говоря, не понимаю ничего пока что. Типа это реально так, а это все происходит сейчас за правду. Блять, а что будет дальше? Оставим мысли на завтра. Я прошу вас все. Надеюсь, пару дней меня вообще никто не будет набирать. И кругом пустота, я никого не хочу знать. Все. Надеюсь, пару дней меня вообще никто не будет набирать. Оставьте меня. Все. Я хочу спать. Все. Оставьте меня. Все. Я игнорирую ваш дедлайн.